Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем ежедневные награды. Окей, колодочку вскроем. Что у нас тут выпадет? Ничего. $5. Забираем награду за задание. Так, поднять уровень персонажа. Пойдем быстренько сходим на Рахзара. Навыки, значит так, нам нужно с тобой найти 9 вот этих вот очков. Поехали. Как всегда, ничего мне не дали. Так, одни получили. Далее, вторые. А нам нужно 9. Так, уже 3. 4. Вау. Так, ну это минус. Хорош, давай я, очки мне. Да блин. Так, может быть вот здесь попробовать. Учебники выдают вместо очков, а? Посмотри на них. Окей, сейчас хорошо получилось. А здесь? Шикарно, давай еще разок. Так, Леонардо нам выпал. Да ё-моё, ну вот здесь вот плохо выпадает. Лучше, когда ищешь, во. Так, сколько нам еще осталось? Еще два очка вот этих вот. Двое очков найти. Сотовый телефон. Да хорош, там вентиляторы выдают. Сотовые телефоны, всякую ерунду. Вы издеваетесь, да, надо мной? Серьезно, что ли? Все, что угодно, кроме очков. Я так всю пиццу потрачу. О, все, друзья мои, пицца кончилась. Зашибись, поискали. Блин, это плохо. Так, ладно, забираем награду. Поднять уровень персонажа и серию испытаний нам нужно пройти. А как я пройду серию испытаний, если у меня нету пиццы? Вот скажи-ка мне на милость, как я вот пойду сюда, если нужно 6 пиццы, а у меня всего лишь 2. Так, давай посмотрим, может быть, мы можем с тобой ее получить. Да, мы можем ее получить, ребят. Давай попытаемся. В принципе, против нас тут пиццелицей. Ничего сложного здесь не будет. Мы его сейчас быстренько раскумарим. Поставлю пока на автобой. Всю пиццу, надеюсь, мы здесь с тобой соберем. И попробуем все-таки найти эти очки. Последние 2 штуки, да? Ну и... Я не знаю, может быть... Попробовать дальше поиграть в измерение. Хотя у нас там, в принципе, все одно и то же. Вы прекрасно видели, как я это прохожу. Так, здесь тоже мы подбили с тобой. Пицца копится, и это классно. Это классно. Телепорты у нас, слава богу, есть, так что мы можем с тобой искать пока без проблем. Уже 36 пиццы и 3 попытки у нас. За этот проход нам дадут с тобой 25 пиццы. Потом, по-моему, 30 и 35. Ну, зачем ты, Майки, это делаешь? Можно было бы и без этого, тут 30 уровень. Ладно, захотелось ему попрыгать, пускай прыгает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. То есть пицца у нас сейчас будет где-то около, наверное, соточки, да? Да, где-то около соточки. Смотри, тут 30-ка, и в конце еще дадут нам 35. Это уже 65, плюс в данный момент 65. Так, дай-ка я лучше сам разберу его. По-быренькому. Ребята, сегодня у нас воскресенье, да, завтра я иду работать, вы прекрасно знаете, я работаю по 12 часов, 2 дня, потом у меня короткий выходной, потом еще 2 смены в ночь, то есть на откате меня не будет, завтра начнется новая неделя, да, а я буду работать, то есть завтра видосика по черепашкам, естественно, не будет, завтра вообще видосиков никаких не будет, к сожалению. Так, ну что, давай пропишем пиццелицуму. Все, друзья мои, мы с тобой заработали всю пиццу, которую только можно. И пойдем дальше искать, наверное, да? Как вариант. Ну давай, хорош уже тут загрузку свою показывать. У нас с тобой 126 пиццы накопилось. Идем опять сюда же. Вот он наш Рахзар. И нужно найти двое вот этих очков. Оу, неужели?
Так, опять пошло, да? Муть. Опять эти... Во, все, друзья мои. Мы можем проапать смерть с небес на пятую ступень. Нифига себе ценник, 10 тысяч. Серьезно? Слушай, смотри, нам нужно с тобой 11 вот этих слизезащитных очков найти, да? Потом вот эти вот камни. И 19 комиксов. Нифига себе, 19 комиксов. Да, мы здесь, по-моему, надолго застрянем. Хотя, смотри, здесь вот эти вот все предметы, они не легендарные, они обычные, поэтому мы их должны, в принципе, быстро найти. Ну что, Рокзарчик у нас проапался. Мы с вами идем делать серию испытаний одну. Так, серия испытаний, и потом идем с вами на лигу. Сегодня сходим на лигу, в принципе, больше нам здесь делать и нечего. Ну вот я сейчас сыграю в лигу, да, ребята, и этот результат останется до конца недели. Повысить я его уже никак не смогу, потому что буду работать. С работы у меня нет возможности поиграть, потому что там нету связи. Так, давай-ка так сделаем. Окей. Добиваем с тобой этого таракана. И тут у нас змея-карай, бакстер-муха. Так, давай-ка мы, наверное, уклонение поставим с тобой. И пиццелицей. Так, начнем с мухи, пожалуй. Вау. Так, муха все, отжужжала свое. Так, эти начинают меня нервировать. Эти, как их там... Так, он еще и броню на всех повесил. Вот это плохо. Карайка нас замедлить не замедлила. Так. У меня нету массовой атаки. Да елки-палки. Во, отлично. То есть у них висит по две брони. Получается так. Ну, давай сделаем, наверное, маузерами. Собьем броню всех. Кроме Пиццелицева. Начинается, короче, да? Так, все, они остались без брони. Поехали. Раз, два. Минус змея-карай. Так, Лео добивает Пиццелицева. Не добил. А если мы так сделаем? Отлично. И добиваем маузера. Все. Прошли мы с тобой серию испытаний. Забираем с тобой награду. И идем куда? Во-первых, нам нужно поднять еще уровень какому-нибудь персонажу. Но у нас с тобой столько мутагена много, что я даже не знаю, кого мы сможем проапать. Поднять уровень персонажу. Так, почти 5000 мутагена. Почти 5000. Ну, можно попробовать, например, Рафаэлю. Да, можно. Все, закончился мутаген. А Рафаэль радостный такой прыгает. Забираем остатки роскоши. Ну что же, турнирочка нас ждет. Мы с тобой в Лиге Мастеров. Ранг у нас 95. Это, кстати, очень хорошо. И возьмем мы с тобой, наверное, Фатму. Будем драться с ней. Конечно же, с помощью Леонардо. И вот здесь вопрос возникает. У меня очень мало персонажей. Как мы здесь будем с тобой пробиваться в топчик, я ума не приложу. Всего лишь 3 боя. Плохо, очень плохо. Поехали, с вертушки начнем. О, неплохо, я тебе скажу. Так, ну-ка, тигр. Отлично, у него получилось. И мы с тобой двигаемся дальше. У нас с тобой получится очень мало боев. Штуки 3, это максимум, включая вот этот бой. Да, Лига Мастеров, 2 звезды мне здесь не светит, как ни крути. И это плохо, это просто грустно. Кого бы нам тут взять? Ну, я считаю, что, наверное, Аттила будет послабее. Поэтому мы, наверное, да, Железноголовый все время лезет, все время, на постой. Просто вот лезет и все, я не знаю, почему он автоматически ко мне выпадает вместе с Леонардо. Так, ну что, понес... Ой, ё-моё, что я сделал?
друзья мои, я не это хотел. Видит Бог, я не это хотел. Я хотел сделать массовую атаку. Зачем? Зачем он сделал пробивной, а? Так, нам бы кого-то здесь надо ушатать. Блин, они тут все крепкие. Ох, сейчас мы с тобой звездюлей наловим. Кого-то сейчас еще уничтожат, скорее всего. Я даже знаю кого. Карайку. Так, тихо, подожди, подожди, подожди. У нас с тобой здесь нет хила. Провокацию я тоже не могу взять. Тимми, скорее... Ага, Донни так делает? Слушай, подожди секунду. Поехали. Я рискую. Я рискую, делаю вертушку и... Фух. Просто если бы мы не добили сейчас их всех, Тимми, скорее всего, отдуплился бы. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Так, 75-я позиция. В принципе, неплохо. Нам бы до полтинчика добраться, и было бы хорошо. Максим, Димитар и Богдан. Либо-либо. Я, наверное, возьму все-таки Богдана. Давай, Лео, возвращайся. Да что ты будешь делать, а? Голова лезет и лезет, лезет и лезет. Ну, в принципе, вот такой командой можно тут спокойно разрулить. Всю эту ситуацию у нас и есть Рокзарчик, который возьмет на себя провокацию. Но это после того, как Лео сделает свой суперудар. Слушай, а может быть, даже и не нужно делать. Опс, не добили. Так, делает массовую атаку Майки ролевой. Мы его, естественно, уничтожаем. И Рафаэля подбила постепенный урон. Отлично. Значит, мы получаем с тобой полностью кубки и, соответственно, повышаемся. Я думаю, где-то 65-я позиция должна быть. 66-я. Ну ладно, годится. Так, Эмир, Кайна и Абало. Абало. Ну давай возьмем с тобой Абало. Так уж и быть. Откатик. Слушай, а может быть, мы с тобой, знаешь, как сделаем? Команда у нас, в принципе, неплохая, да, сильная. И возьмем одного слабенького. Одного слабенького, и это у нас Бакстер Муха. Замедляшка неплохо сработала, в принципе. Так, давай вертушку. Остается два Дони выжило, прикинь. Но Армагон с ним не справится. Ты дичь. И упали. Подожди, там не Донни был, там Леонардо, да, вроде бы? Что-то я немножко попутал, по-моему. Сейчас посмотрим. Так, кто же здесь был? Ну, давай, 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 очки начислили. Все. Да, здесь был Леонардо. Почему я назвал его Донни? С какого вдруг перепуга-то? Так, 56-я позиция. 56-я. А что у нас тут? Надя. Почему Надя? Димас и Вильям. Но это же пацан. Никак не может быть Надя. Или может быть Надия. Все равно ничего не изменилось. Кого тут взять-то нам? Мне кажется, что нужно брать Димаса. Поехали. У нас с тобой последний бой на лиге. Ну, сам понимаешь, этот бой... Кстати, знаешь, откуда вот эта вот картинка? Из игры Фаренгейт. Это уж я точно помню. Я в свое время ее на... На чем проходил-то ее? На Sony PlayStation 2, если не ошибаюсь. Когда она еще в первый раз вышла. Блин, игруха, конечно, отпад. Там такой криминальный детектив с офигенной историей. Так, ну что, давай, поехали. Так, отлично, отлично у нас все получилось. Ребята, мы с лигой заканчиваем на сегодня. А что вот дальше делать, я пока ума не приложу. Может быть, что-нибудь поискать, может быть, что-нибудь проапать. Так, ну, с тобой 50-ю позицию получаем. Это дает мне некую гарантию, что мы с тобой до понедельника не упадем в самура... Да, с этих, до сёгунов. Хотя, кто его знает. Тут игра непредсказуема, она может тебя скинуть. Хотя, если взять и поиграть быстренько перед работой, пару уровней еще пройти, пару боев,
то, возможно, мы укрепимся с тобой лучше. Так, зайдем в магазин, у нас с тобой вроде бы накопилось монет. Вот, отлично. Берем с тобой 3 ДНК, остается всего лишь 6 ДНК. Две попытки, ребята, мы с вами тратим, да? И у нас будет Майки Прапанный. Многие меня отговаривают брать Шинигами. Я, наверное, так и буду делать, ребят. Искать на нее не будем. Вот единственное, что самый ближайший у нас, это, получается, Рафаэль. Потом идет, это же Леонардо, да? Или это Донателло? Донателло, по-моему. Леонардо, Рафаэль, Майки. Да, это Донателло. Либо Рафаэля искать, либо Донателло. Как бы вот такой вот вариант. Хотя они у нас неплохо, ДНК на них выпадает, когда мы проходим с тобой другое измерение, да? Смятение из другого измерения. Ну что, у нас с тобой 105 пиццы. Мы можем, например, сейчас взять и поискать. Или же мы можем посмотреть, что у нас тут. Здесь бесполезно ведь, так? 85-й, 80-й против 90-х уровней. Рискну. Я все-таки рискну, ребят. Я знаю, что Кирби, Усаги и Тимми, конечно же, сразу отдуплятся. Это поверь мне. Их тут сейчас просто быстренько разберут. Делаем поэтому для себя баф. Ой-ой-ой-ой-ой, все, Кирби сразу сдуло. Следующий у нас... Они даже на железноголову вот стали тянуть. Так, секундочку. Давай-ка мы вот так вот повесим крит, атаку. И сплинтером тоже пробафаемся. Окей. Кто тут самый злобный? Тут смотри, они, у них у всех есть массовые атаки. У всех, абсолютно. О, даже не смогли добить. А нам-то тут, по-моему, ребята, хана сейчас приснится. Самое обидное, что у нас нет хила. Оу, Тимми упал. Распластался, ну. Минус один. Так, а ты попробуй вот так вот сделать. Прикинь, Усаги все-таки сделал свое доброе дело. Если бы мы вот сейчас заблокировали. Ну, мы потеряли все равно в любом случае с вами. Кстати, сколько волн-то здесь? 3. Ё-моё, мы вдвоем здесь ничего не сделаем. Не-а. Хоть ты тут запрыгайся, ничего у нас не получится. Да, сейчас смотри, что будет. Просто разбор полетов. Железноголова уже упал. Взялись они за Усаги, причем плотненько. Кого бы нам с тобой... Давай Зека, наверное, добьем. Хотя там постепенно урон мог бы его добить. Все, на нас повесили дебаф. Это понижение защиты. Попробую хана уничтожить. А этот постепенно урон, да. Третья волна. Без массовой, ребята, атаки. Я здесь, ну, вообще ничего не смогу сделать. Есть только баф на себя повесить. Но он меня тоже не выручит здесь. Не выручит. Началось, короче, веселье. Если бы у нас было бы уклонение, то возможно. Бам, смотри, что творит. Блин, опять эту защиту понизили. О, еще и провокацию повесил. Ну-ка, заблокировать не получится. Заблокировали. Но мне от этого не легче. Смотри, с пониженной защитой нас пробивает просто на изи. Еще и замедлили. Ну тут да, тут, наверное, нам хана. Нет, Усаги, конечно, молодец. Держался очень долго, до последнего. Но проиграл, потому что он здесь один был. Ты представляешь, один ход сделать против пятерых персонажей, которые потом тебя бомбят. Мы можем с тобой, кстати... У нас же вот здесь... Нет, подожди, вот здесь вот, да? Вот тут вот. Можем поискать. О, 6 золотых осколков. 3 доллара. Да ладно, зачем он мне? Нейтрализатор мне здесь как раз-то и не нужен был. 30 жетонов. Вот, Рафаэль Космос нам выпал, да? Так, кольцо крутости.
И все, сыр закончился у нас на этом. Что еще можно сделать, я не знаю. Кто-то спрашивал: Рэй, у тебя все пройдены главы? Ребят, у меня все главы пройдены, все на 3 звездочки, так что во всех режимах, и в сложном, и в легком. Кто-то еще также спрашивал: Рэй, а ты все достижения получил? Я уже забыл, где эти достижения на самом деле смотреть. Сейчас я тебе покажу. Вот они. Видишь, что у меня не выполнено? Мягкой посадки — это победите крэнк-пилотов. Не так уж и безопасно. Здесь нужно победить шары безопасности. Я так и не понял, что это за шары безопасности. Пушечное мясо. Победите битроидов 500 штук. Это было круто. Это победите норманов, которых нужно победить 500 раз. Победите футботов. Причем, ребята, вот эти вот ежедневные задания, да, которые я делаю на пропусках, например, когда мы ищем с вами на Рокзара или на кого-нибудь из наших персонажей вещи вот эти, да? Ну вот, например, там, нам нужно с вами найти там комиксы, да? Вот если бы я вот этот вот, например, раунд проходил бы вручную, у меня бы, например, набивались вот эти вот маузеры. А маузеры там, например, где-то нам нужны для какого-нибудь достижения, да? То есть, когда я прохожу на автобое, это все не учитывается. Учитывается только вот такой вот реальный бот. Ой, бот, реальный бой. Вот они, видите, вот эти вот кренги, пилоты, вот они. Там, я не знаю, вот этот, как звать, может быть, это и есть шар боевой. Вот таким вот образом нужно проходить реальный бой, а не пропускать за телепорты. Ну что, ребят, я не знаю, может быть, сбегать по-быренькому. У нас с тобой очень много пиццы, очень много. И смятение из другого измерения. Немножечко побомбить. Хотя он, наверное, у вас уже в печетках там сидит. Измерение. Так, ну что, хильнемся, конечно же. У Бакстера Стопана там здоровье что-то вообще как-то хиленько. Я не знаю, ребят, сегодня хочу поиграть в этот, в растение против зомби герои. Ну, наверное, я сегодня не буду проходить миссию за растение. Будем сразу играть за зомби. Пропустим тот момент, потому что мозг атаку я так и не победил. Хотя фиг знает, может быть, сегодня, знаешь, как на свежую силу, вдохновление, и у меня получится как-нибудь его пробить. Может быть, у него что-нибудь, какой-нибудь сбой пойдет в программе, и он не будет делать этот добор свой плешивый, который меня раздражает. Короче, посмотрим. Но игра явно сегодня выйдет. Надеюсь, потому что сейчас 4 вечера, пока я сниму, пока я рендер сделаю, это еще где-то час. Может быть, к вечеру, поздним выйдет. Хотя я сегодня лягу рано спать, потому что завтра мне с утра на работу. Встаю я в 4 утра. Вот так вот. Так, ну что, прошли, давай сюда пойдем. Поехали. Быстренько сейчас разберемся здесь. Так, это у нас Джастин. Один из подписчиков говорил: Джастин, он крутой. А что у него там, я не могу понять. У него там один зуб, что ли, торчит? Иногда просто начинаешь обращать внимание на всякие мелочи. Да, по-моему, там у него зуб. Острошип какой-то. А все помнят, как у нас появился Джастин, да? Это же смесь у нас всяких там кошки, рыбы, чего-то там еще. Он же как бы сборный мутант. Так, здесь, значит, угу. Змейковьюн, давай-ка мы его, наверное, прошьем. Упс, не вышло. Тогда так. Упал. Теперь уклонение, наверное, сделаем. Потому что, мне кажется, Паукус будет делать массовую атаку. Будешь или нет? Успеем заблокировать? Усаги его победил. Так, здесь у нас... Вау, с удара. Массовая атака. Давай попробуем так сделать. Они под защитой все стоят. Добиваем. И остается у нас дрон. Опачки. Все, дрона мы с тобой разнесли.
Ну, естественно, переходим на следующий бой. Я не знаю, мы сейчас с тобой пройдем вот эту вот круговую всю, да? Политику. Сколько нам еще тут? Раз, два, три, четыре. Четыре боя как минимум еще нужно сделать, чтобы пройти хотя бы вот эту вот первую локу. Потом три боя там и раз, два, три. Раз, два, три, еще семь. 10 боев еще, что ли, останется у нас там впереди. Так, тихо, 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 ребята. Не надо бить сгоряча. Так, нам нужно с тобой, по идее, Бакстера наказать. Давай-ка попробуем. Ах, этот с провокацией, ё-моё. Тогда минусуем. Не вышло, хотя все отлично. Так, а вот теперь этот голодранец. Сейчас выпустит волну или маузеров, одно из двух. Это я тебе точно говорю. Сейчас что-нибудь будет. Этот месть, что ли, да? Блин, маузеров вызывает. О-тё-тё-тё-тё, ребята, ты смотри, что у нас тут выходит. Это трэш. Мы можем с тобой потерять бойцов. Надо хиляться от Лео, срочно. Ну, давай, Лео, будь добр. Ну, более-менее. Еще пока живем. Слушай, он меня достал уже, серьезно говорю. Прыгает тут, кузнечик чертов. Ага, теперь добивочный. Все. Какое все, у нас вторая волна, ё-моё. А я уже все свернул, как говорится, манатки. Ну что, давай вызовем маузеров. Это плохо сейчас было. Давай тогда так сделаем, еще одну массовую атаку от Усаги. Ну, хобана. Так, постепенно урон не на всех упал, да? Так, Кирби, ну-ка, отдуплись. А этот постепенный урон его, да, прижучил хана. Ну что, мы тогда идем с тобой дальше. У нас еще два боя. Какой два? Побольше, по-моему, да? Раз, три. Три боя. Какое три, даже больше? Ребята, здесь-то тоже не, еще не пройдено. Ух, веселуха тут еще по полной программе. И пицца что-то так медленно кончается, накопил на свою голову. Хотя мы могли бы на Рокзара поискать детальки лучше. Как говорится, прокачать ему скилл. Ну а там ты знаешь прекрасно, мы бы дальше брали кого-нибудь еще на прокачку. Так, убиваем этого маузера. Так, Бибоп что делает? Стреляет, промахивается. Ну-ка попробуем. Так, ну что, броню понизили, поэтому давай попробуем его ушатать. Окей. Так, тут Джастин, Змейка Вьюн. Массовую атаку будем делать сразу. Так, две консервные банки упали. И давай, наверное, Змейка Вьюна будем бомбить. Почему-то он, вот ты заметил второй удар, когда он делает, он вообще по минималу удар наносит. Первый еще более-менее такой сильный, да? А второй удар идет вообще слабенький. Ну, тем не менее, Джастина мы здесь с тобой подбили. И мы переходим на следующий бой. Наверное, сейчас мы пойдем с тобой на этих. На черепашек. Или не стоит? Блин, тут еще два уровня. Давай попробуем с тобой здесь пройти. Потому что у нас, видишь, сам Усаги какой-то помятый. Его нужно будет захилять. Там-то черепашки шутить не будут. Они там все суператаки начнут делать свои. Так, ну что? Все опять полетели на Усаги, а? Ты посмотри на них. Вот он им покой не дает. Так, давай заблокируем, наверное. Получится? Нет, не получилось. Так, Лео, добей. Отлично. Так, у этого опять месть включена. Давай его уничтожим. Не получилось, ни шиша. Так, давай его добьем. И переходим на вторую волну. Рокзар, Бибоп. Ну-ка, надо было гриб убить. Он сейчас тут начнет. Так, попробую пробить этот грибок. Окей, теперь будем брать уже Рокзара в оборот. Успокойся. Они что творят, а?
Ни у кого нет провокации. А вот это что значит, я не помню. То ли помощь. Вот эти вот, знаешь, такие вот волны. Давай волну сделаем. Так, в принципе, Рокзар должен у нас погибнуть от постепенного урона. Да. Так оно и вышло. У нас остается здесь еще, ну, буквально два уровня, да? Давай-ка посмотрим. Да, вот этот остается. И потом уже черепашки лично будут с нами воевать. Так, ну здесь у нас тигриный коготь. Да ё-моё, у них инициатива опять же, а? Смотри. Плюс, смотри-ка, самое интересное, что они, ребята, уже автоматически повесили на себя иммунитет. То есть заблокировать у меня не получится. Так, тигра мы накрыли. Окей, ты сейчас тоже всхлопочешь. Блин, у нас почему-то у Микеланджело опять со здоровьем беда. Только хотел, думал, накопим с вами отхил для того, чтобы пойти на этих, на черепашек. Там нужно, чтобы все у нас было в откатах, все суперудары. Но, видимо, не получится. Ой, зачем я так сделал? Дурак, господи. Вот это я сейчас дурку сделал. Зачем я потратил хил? Вот объясни мне, для чего, блин. Ой, заставь дурака богу молиться, как говорится, он и лоб расшибет. Так и у нас тут получилось. Да. Зачем я нажал на хил? Все спишка, ребят. Элементарно, знаешь, уже просто кликаешь, ты просто знаешь, где у тебя какие удары. Немножко мышку там, например, не довел, нажал, и вот тебе и результат. Окей, все, справились. Слушай, ну я сейчас пока, честно говоря, не особо жажду идти на черепашек, когда у нас с тобой нет отхила ни у Лео, ни у Микеланджело. Поэтому я предлагаю, наверное, знаешь, что сделать? Вот здесь вот, блин, а тут Шреддер. А тут, ну, со Шреддером, мне кажется, поспокойнее. Так, Крэнк опять тут психует, да, типа, задержи их, не дай им пройти, но ничего у них не получится. Тем более тут саблезуб у нас будет. Вау. Вот это бесит. Вот Бакстер Стокман почему-то очень слаб против вот этих вот ботов. Так, тихо, тихо, тихо. Вау. Тут что-то и Майки, точнее Рафаэль отгреб. Как-то так выходит. У них еще ускорение есть, прикинь. Они будут в два раза быстрее ходить. Кто-то спросил, что такое ускорение? Я же, ребят, вроде бы вам писал уже. Точнее, не писал, а говорил, что ускорение дает просто быстрее сделать ход врагу. То есть мне, например, надо ждать определенное количество времени. Слушай, а вот это плохо. Вот это, ребята, плохо, потому что у меня проблемы с отхилом, во-первых. А во-вторых, у меня не все здоровы. У всех... Вон, смотри, что происходит. Давай попробуем понизить блок. Так, уклонение, может быть, как-то спасет нас здесь. Хо-хо-хо-хо. Блин, ладно, поехали. Не заблокирует, да? Оу, отлично. Теперь давай пробьем его. Так, и остается только добить. Хорошо, что он промазал. Чего? Чего он там сделал? Ты не припухли, Шреддер? У него же вроде бы блокировка была. Как он смог сделать баф на себя? Объясни мне, пожалуйста, а? Хм, подозрительно. Я же вроде заблокировал ему, да? Использовать суперудары, а он взял как-то и повесил на себя. Может быть, оно откатилось уже? Так, ну что, у нас все равно там небольшие проблемы, друзья мои. Давай попробуем вот здесь вот с тобой каточку зарулить. Надо восстановить всех. И потом пойдем уже на черепашек. Так, ну тут змейка вьет, ничего в принципе сложного нету. Во, отхил, отлично. И давай начнем со змейковьюна. О, заблокировали ему тем более способности. Сейчас мы его еще и добьем. Давай второй удар. Так. Ать. Получи. Ты тоже, нет? Ты тоже получи. Так, ну что, добиваем. Минус. И минус. Так, здесь у нас кто будет? Острозуб? А, нет, здесь Бибоп и...
Нейтрализатор. Попробуем так сделать. Так, минус бибоп. И уничтожаем с тобой. Ага, уничтожаем. Ну, почти добили. Так. Молодец, Бакстер. Так, ну а теперь уже остаются тут только дроны. Давай его пробей. Отлично. Так, теперь, наверное, вот этого попробуем забомбить. Хорошо, что у нас есть у всех двойная атака. Вообще великолепно, да, когда с двойной атакой бомбишь. Четненько все получается. Ну что, ребят, вот таким вот составом, да, и вот с таким количеством здоровья, я думаю, что стоит идти нам на черепашек. Это у нас, кто там, не оригинал, а это у нас классика, да, получается? Это у нас, получается, классика. Вот таким вот составом я пойду. Хотя можно было бы здесь Бакстера Стокмана не брать. От него, на самом деле, здесь мало толку. Так, ну что, начнем, естественно, с уклонения. Это по любасику, как ни крути. Они сейчас будут, ребята, здесь делать все свои массовые атаки. Ну, по идее, должно быть именно так. И мы сделаем вот такую фишку. Попробуем постепенно урон повесить. Так, не забываем, что Рафаэль будет хилять 100%. Поэтому делаем вертушку. Оу, остаются лишь дони. Что-то мы как-то тут с ними вообще быстро и моментально разобрались. Сам видишь. Это потому что, ребят, у нас с вами все супер атаки были в откатах. И мы с тобой могли их просто применить. И причем они очень хорошо сработали. Ну что, у нас с тобой... Ну тут не хватит нам пройти. Если, может быть, мы можем максимум что сделать. Пойти по краешку и заработать хотя бы колоду. Хотя бы колоду с тобой заработать, чтобы вскрыть и посмотреть, что нам из нее выпадет. И самое удивительное, что мы деремся против Кренга, да? И в этой колоде они могли бы нам, игрокам, подсунуть именно карты именно на Кренга. Кренг, он же и так очень тяжело добывается, согласись. Было бы приятно, если бы именно там бы он выпадал бы со 100% вероятностью, чтобы его как можно было бы быстрее прокачать. Так, ну-ка. А что это за значок, интересно, такой вот? Капелька размазанная какая-то. Или снежинка, я не знаю, как назвать. Надо как-то это дело прочекать. Так, тихо. Хопа. Ты смотри, а? Какой непробиваемый крысиный король. А когда я играю за него, он вата-ватый. Сила воздействия. Слушай, что это такое сила воздействия? Так, дай-ка я лучше, наверное, провокацию здесь возьму. И хильнемся. Окей. Так, выпускаем волну. Правда, с его меткостью волна здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что делает. Свою газовую атаку выпустил. Так, минус банка. Минус вторая. Минус Джастин. И минус Змейка Вьюн. Обязательно минус. Сейчас будет вот так вот. Четко. Чутко здесь мы с тобой отработали. Ну что, двигаемся тогда с тобой далее. Ну давай, давай, давай. Хорошую загрузку тут не свою показывать. Вечную. По краешку, да, мы хотели свой пройти? По краешку. На острие ножа танцуем просто-напросто. Так, тут у нас дождик. Сразу спать захотелось мне. Опачки. Грибок, а ты не припухли, ты вовремя это, я тебе скажу, сделал, ты смотри. Так, секундочку, хильнуться я могу? Могу. Нифига он такой жучара сделал, просто заблокировал способности. Хорошо, что не всем. Так, сейчас контратака будет, да? От этого таракана. А ну-ка. Ага, броню сбили и добили. Так, ну что, остается у нас Крис Брэдфорд. Ну-ка, добей его, пожалуйста, Усаги. Нифига, не вышло. Отлично. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас Крип и Джастин. Будем начинать с Джастина. Я не хочу, чтобы он там потом в провокацию вставал. И чтобы мы его тут целую неделю потом разбирали. Что-то какой-то он... Ну-ка, есть Маузеров. Окей. Так, ну-ка, Джастин.
надо с тобой распрощаться, я думаю. Во. Ну, а эти ребята легкие, они разбираются с полтычка. Давай вот так вот сделаем. И добиваем. Окей. Остается у нас три уровня именно до того, чтобы доползти до колоды. Мы с тобой вскроем и посмотрим, что нам оттуда выпадет. Ну, правда, там не особо хорошие карты, если честно. Да, три ровно боя. 35 пиццы. Слушай, ну нам, наверное, не хватит с тобой, да, пройти полностью все это испытание. Смятение из другого измерения. Хотя... Так, тихо. Блин, повесил на себя броню. Это не есть хорошо. Почему он вешает сразу две брони? Вот меня интересует вопрос. Не слишком ли жирно? Не добили, да? Мало того, что у него броня, так у него еще отложенная смерть. Так, ребят, тут уже не до шуток. Ты сам прекрасно видишь, давай хиляться. Все, я в норме, погнали. Нормуль, добиваем Пиццелицева. Ну и пора брать вот этого ханорика в оборот. Опять он, да, две брони себе накастовал. Да, что ни говори, но у Майки все-таки слабая атака. Очень слабая атака. Единственное, что у него это хорошо, есть уклонение. А по атаке, ну, просто вообще, ну, ватный. Так, окей, смотри, на всех повесили постепенный урон. Пробьем, наверное, мы с тобой в первую очередь Рокстеди. Потом нам надо, по идее, Змейковюну ушатать. Ой, надо было Пиццелицева атаковать. По нему повышенная атака идет. Именно Майки. Ну-ка. Все, ему хана. Ну что, Пиццелицев, ты готов отдуплиться? Да, он готов отдуплиться. И остается у нас вот клан Футовиц, которого мы разобрали. Ну что, ребята, двигаемся тогда с вами дальше. А дальше у нас еще два боя остается, да, по идее? До Крэнга. Да, до Крэнга нам еще с тобой два боя сделать. И я с удовольствием сделаю это дело. Так, побежали. Так, Йети трогать мы пока этого не будем. Ну, это псевдо-Йети, потому что там, видите сами, да, кто сидит. Мини-Крэнг. Или как их там звать-то? Самое удивительное, да, в мультиках вы заметили, что когда они их выбивают из этих всяких роботов, из всяких вот этих вот машин, они их не добивают, черепашки. Они их почему-то отпускают. Меня это всегда удивляло. Почему они их не добивают? Могли бы уничтожить, их бы стало бы меньше. Хотя, судя по тому, сколько их там, меньше их точно не будет. Так, ну-ка давай. Рокстеди. Ага, помурыжили маленько. Теперь добьем. Так, Бибопчик начинает тут. Опс, вот видишь, чем опасно, ребят. Так, секундочку. Нам, по идее, нужно хильнуться. Во. Так, у нас там следующий бой с Крэнгом же будет. С Крэнгом. Поэтому нам нужно быть там предельно аккуратным. Вы видели, что он может делать. Он даже, заблокировав ему способности, он может на тебя повесить немоту. Ну что, Крэнг, ты готов к встрече со мной? Раз, два, три, четыре, пять. Да. Психоид там злится, Шреддер не помог ему. И у нас тут Бибопчик первым. Естественно, ребята, применяем уклонение. Оно действует у нас сколько? Два хода, по-моему, да? Должно, по идее, нам хватить. Ой, зачем я потратил? Зачем я потратил такой хороший удар на этого Бибопа? Ну-ка. Пробили. Но этого не добьет. Майки этого не сделает. А вот у Саги вполне. Хадыч. Нормуль. Ну, а вот и сам Крэнг. Да. В своем автодроме сидит.
Ну давай, выходи. Подтирающие лапки. Мозг. Так, погнали. Начнем с обычных ударов, наверное, я думаю. Неплохо, я тебе скажу. Промахнулся. Вау. Слушай, давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Атаку на 85% повысим и будем его бомбить. Так, а если ракетой? Вау. И добивочный. Все, друзья мои, что-то мы его тут вообще как лопуха разобрали. Даже ничего сделать не смог. А здесь, кстати, вот этой, ребята, клетки, да, вот в этой вот лазерной. В свое время, по-моему, черепашки в Манхэттене, там у нас была Эйприл. И мы ее должны были спасти. Ну что, в любом случае, мы с тобой здесь получаем колоду. А вот она, ДНК из другого измерения. И смотрим. Донателло оригинал, 4 ДНК. Слушай, неплохо. Тут 2 ДНК на Рафаэля. Так, еще 2, это 4. И Леонардо классика, 2 ДНК. И 450 сюриков. Да, ребят, нам останется всего лишь с вами пройти 1, 2, 3, 4. 4 эпизода. Я не знаю, хватит ли у нас с тобой пиццы. Я могу, конечно, попробовать. Поехали. А, ну да. Выбираем наши персонажи. Подожди-ка, я там... У меня есть хоть прикрыться-то? Хил там, уклонение, я ничего не потратил при битве с Крэнгом. А то это может плохо для нас кончиться. Твою же маковку, ребята, у меня все в откатах. Ладно, попробуем сделать вот так вот. Так, постепенный урон повесил. Теперь давай вертушку бомбанем. Все. Вообще проще пареной репы. Ну, опять же повторяю это, потому что, ребята, у нас все с вами в откатах. Все суперудары, и вот только в этом случае можно их легко. Но если им дать возможность бомбить первыми, то, поверь мне, сладкого не будет тебе. Слушай, а может быть мы успеем пройти, хотя там по 6 пиццы вроде бы нужно для того, чтобы... Если 6, у нас там 3 задания еще. Блин, а у нас 6. Не хватает, короче, ребят. Нам нужно 9 пиццы. Какой 9-то? 18. 18 пиц нам нужно, да? А у нас всего, по-моему, 12. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Ну, Джастин, ну что ты не хочешь сдаться? Вот, все. И мы с тобой переходим дальше. Так, здесь Бибоп и... Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Что-то мне не совсем это устраивает. Ага. Отложенная смерть. Слушай, кого бы тут, наверное, вот так вот сделаем. Воу, на ударчик его и хватило. Так, у нас двойная атака, мы должны его ушатать. Окей. Ну и, как ты понимаешь, эти клан-футовцы, сейчас мы их тоже быстренько с тобой разберем. Ну-ка. Опа. И остается один хлыщ. Я, наверное, хильнусь все-таки для начала. Вот так вот сделаем. И добиваем. Все, друзья, мы здесь прошли. Так, смотрим, сколько у нас с тобой остается пиц. И сколько у нас остается еще уровней, которые мы должны пройти. Собрать. Ага, друзья мои, 6 пиц всего лишь у нас. И нам не хватит буквально 6. Хотя мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Потратить $50. Да? Потратить $50 и пройти уже основательно. Так, подожди, куда я там потерялся, ёпрасоте. Ну что, давай здесь пройдем. А, не могу пока, вот надо здесь пройти. Окей, и погнали. Кто у нас тут? Ванюшенька, Ванюша, здорово, Ванька. Давненько я тебя не видел. Сейчас мы тебе нахлобучим тут. Пробей его, Лео. Не вышло, к сожалению. А сейчас? Да ё-моё, он провокацию взял. Так, Вань, ты не уйдешь от нас все равно.
ну что, добиваем, наверное, этого Бигфута, Кланфута и Йети недоделанного. Слушай, здесь, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Хочу пробить Бибопчика. У нас это получилось. Так, теперь Рокстеди. Ну-ка. Ай, Майки, как всегда. О, Баксер молодец. Так, подожди-ка, мы давай лучше вот так сделаем. Ну, заблокируй ты. Нифига не хочет. Пробить сможешь? Да, сможет, у него две атаки. Вполне. Так, ну что, это у нас улучшенный клан Футовиц, да, вы сказали? Кренги их улучшили. Так, подожди, я всегда думал, друзья мои, что вот эти вот клан Футовцы — это люди, реальные ниндзя. А это получается, что ли, как дроны, роботы или еще что-то в этом роде. Так, ну что, у нас победочка с тобой. Остается всего лишь один. Один уровень пройти. Вот этот вот. Последний. И все. Так, здесь у нас кто? Джастин и Ксевер Монтес. И первый у нас с тобой Джастин. Погнали. В принципе, что нам уже тут терять? Можем все с тобой потратить, потому что этот бой последний. Опачки. Давай попробуем ушатать его. А этих постепенно урон уничтожит. Так, давай с тобой сделаем усиленную атаку. И волну. Вау. Так, тут, слушай-ка, ну тут... Нет, я уклонение все-таки повешу. Потому что от Майки в плане удара, да, физического, ну, толку никакого. А то, что вот уклонение поставил, это нам еще может сыграть большую роль. Хотя все, тут все разобрались. Этот должен погибнуть, по идее. Все. Ну что, остается забрать только лишь наши вкусняшки. Вскрыть все ящики. Поэтому мы с тобой сейчас будем этим заниматься. Фух. Да, завершено на 100%. Поехали. Ну что вы, Мондегека. О, Донателло фильм выпал. Так, Бакстер, Стокман и Муха вместе в паре. Ну, давай, давай. Так, Рокстеди фильм, кстати, тоже неплохо. Муха. А, Рафик оригинал. Донателло оригинал, 3 ДНК. Так, тут Рафаэль, 6 ДНК и Леонардо, 2. И тут оригинальный Майки, 2 ДНК. И Майки классика, тоже 2 ДНК. Слушай, друзья, ну неплохо. На самом деле, неплохо у нас идут оригиналы в копилочку к нам, согласись. Потому что если их копить за арены, за лиги, это очень долго придется. А так смотри, здесь всего лишь 5 ДНК надо, да? Здесь 13, здесь 20, здесь, ну, здесь много. Вот у нас кожеголовый, конечно, да. Тут, кстати, не очень много, всего 13 ДНК надо найти. Вот Рокула тяжело искать, кожеголового. Леонардо Видение тоже тяжеловато нам искать. Маузеров. Ну да. Кренга. Супер Шреддера, кстати, давно не было испытания, да, на него. Ну что, дорогие друзья, наверное, будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!